Стрелитамаки формируют новую городскую среду, сообщили в отделе ЖКХ. В рамках федеральной программы на благоустройство микрорайонов выделено 115 миллионов рублей. Мы спросили у горожан, как бы они потратили эти деньги на благо города, если бы могли распоряжаться ими самостоятельно. На благоустройство парков, на дороги. Какие детские площадки построили бы? Стадион бы еще добавил бы какой-нибудь. Дороги улучшила бы. Ну, детские площадки получше сделать, чтобы дети могли где играть, где развлекаться, чтобы никуда не ходили, на дорогу не ходили дети. Ну, парки, да, нужны, особенно в новых районах. Ремонтировали бывшие бы здания танцев. Ну, остановочные, вот, может быть, какие-то павильоны, потому что не везде есть такое, что можно было бы сесть и отдохнуть. Возвел бы несколько школ-интернат для детей с неблагополучных семей. Предложения от горожан могут попасть в программу. Напомним, электронные заявки принимаются с 13 по 17 марта на сайте администрации.